Всем привет! Сегодня я приготовлю очень вкусный салат из фасоли. По-испански этот салат называется «Empedrado de judías». И я буду этот салат готовить из красной фасоли. Красная фасоль, она намного полезнее, чем белая фасоль. А есть еще черная фасоль. Так вот, черная еще полезнее, чем красная. Поэтому, если у вас есть черная фасоль, то можете попробовать приготовить этот салат из черной фасоли. Но у меня под рукой оказалась только красная, очень полезная, поэтому я буду с нее готовить. Фасоль я возьму консервированную. Итак, для салата мне понадобится 2 баночки фасоли, и ее нужно будет промыть. Это 400 грамм продукта. Помимо фасоли нам понадобится красный болгарский перец, зеленый перец, немного огурца свежего, один помидор и одна маленькая луковица. Также черный перец, оливковое масло и немножко винного уксуса. Итак, пойду я промывать нашу фасоль. Пока стекает наша фасоль, вода из фасоли, я порежу, подготовлю лук. Лук нужно порезать соломкой и складываем в отдельную чашку. Туда же я порежу перец зеленый. Нам нужно удалить. Нарезаем тоже перец соломкой. Не очень тонкая соломка должна быть. Средняя. Нарезанный зеленый перец я убираю к луку. И сейчас мне нужно порезать красный. Половина красного перца мне понадобится. Так как перец очень крупный, половинка будет достаточно. Также нарезаем не очень тонкой, но и не крупной соломкой. Отправляем в ту же чашку. И сейчас эти ингредиенты мне нужно очень хорошо винным уксусом залить. Много-много винного уксуса. Не бойтесь, мы сейчас эти овощи просто промаринуем. Буквально они у нас в уксусе будут стоять несколько минуток, пока мы нарезаем оставшиеся ингредиенты. Это помидор и огурец. То есть буквально на несколько минут. Вот таким образом мы отставляем и нарезаем огурец. Огурца нам понадобится половинка. Вот приблизительно столько. Нарезаем его тоже соломкой. То есть, вот таким образом. И здесь. Вот такими кусочками. Нарезанный огурец отправляем к нашей фасоли. И сейчас мне нужно нарезать один помидор. Также кубиками я нарезаю средней величины помидор. Отправляем к фасоли. И сейчас очень важный момент. Мне нужно вылить из наших промаринованных овощей весь уксус. Он нам не нужен. Мы его сливаем. Итак, наш салат практически готов. Мы смешиваем ингредиенты. Фасоль, огурец и помидор в более большую чашку. И наши промаринованные овощи. Лук, красный и зеленый перец. И тщательно это все перемешиваем. Обязательно нужно добавить черный перец. И оливковое масло. Если нет оливкового, можете заменить любым другим растительным маслом. И опять тщательно перемешиваем. Солить салат лучше индивидуально в каждой тарелке,
чтобы наши овощи не дали дополнительный сок. Вот такой салат у меня получился. Он очень полезный, очень вкусный. Пробуйте, готовьте. Кстати, у кого есть лишний вес, кто сидит на диете, это лучший салат, потому что фасоль имеет растительный белок, и он не откладывается, жиры не откладываются в ненужных местах. Поэтому пробуйте, делайте. До новых встреч. Приятного аппетита. Всем пока.